Всем привет, ребят! Ну что, будем сегодня пробовать с вами потрышевать. Не знаю, получится, не получится. Решил я немножко пофармить, посмотреть, есть ли изменения какие-то на выбивание девятых камней в локации, где мы проходим волны, ну, испытания монстров, скажем так, Hero Trial. Пока у нас 19-й, это Элька, это 19-й уровень считается. Если брать нормальный 12-й, даже 21-й по сути. 12 здесь и на тяжелом 9, 21. 21-я волна, то есть максимальная. Сейчас я поставлю героя, попробуем затащить на максимуме и вытащить хотя бы одну отсюда. Не знаю, сколько мы там попыток сольем. Хотя бы попробовать одну. Потому что, ну, реально печаль полная. Так, что у меня тут за героя? Фрейя стоит. Сейчас я поменяю немножко героев. Поставим воодушки. Попробуем затащить, если получится. Так, Бигфута, наверное, мы отсюда уберем. Поставим вместо него Феню. Вот такого вот свалена. Даже не знаю, тоже, наверное, уберем. Он вот хоть и хорош, но я лучше поставлю там таких героев, которые реально будут пачки помогать. Так, поставим так. Огник. Ну, как вариант, можно оставить, он будет парализовать. Так, Анубиса оставим. Фрейку, в принципе, тоже можно оставить. Поехали, попробуем таким вариантом. Заодно и посмотрим, сколько мы сможем самоцветом нафармить. Выпадет ли нам максимальная награда. 210 самоцветов. Так, Дракосы вылезли. Без проблем затащили. Плюс 6. Может, отсюда скоро соберем недостающих. Так, Дракулы. Причем Лазуля здесь хорош. Он в центре просто включается и все. И никто там уже ничего не сделает. Так, Рину. Вот так вот, Рину. Нифига себе, давно я здесь. Я вообще не помню, чтобы здесь Рину был. Плюс 2 осколка. Химку пробуем. Без проблем. Видите, вот что значит зефирка и вблизи. Смотрите, что зефирка вытворяет. Просто чудеса. Пи вообще ни о чем, по сути. 63 максимум пока что мы взяли. Гарпии. Тоже, кстати, очень сложно их было проходить. Вообще нереально было проходить. Но сейчас они уже не то. Против героев с 30-ми прорывами и скинами на здание. Это ни о чем. Ух ты, ничего себе, Леди Лео, посмотрите, что они чудят. Я даже не успел ничего сделать, нифига себе. Вот так вот. Не могу пройти Леди Лео. Офигеть. Ворков там это должны затащить по-любому. А Леди Лео не поддаются. Опять 63 самоцвета. Давайте на замедленном посмотрим. Посмотрите, как Леди Лео просто тупо разбирают. Зонально. Без вариантов вообще. Офигеть. Ну давайте попробуем. Вот сейчас вот, кстати, прикольненько зашли они. Ну-ну-ну-ну-ну. Красавчики, зафармили все-таки. Но они реально очень сложные. Так, Варлок. Ну, Варлок это...
Это уже ни о чем. 30-е прорывы, они меня даже не пробивают, чтобы слили кого-то. Не, все-таки огник ушатался. Скорее всего, на варлоках, на отражалках. Ну, Зефир просто чудесный. Опять Леди Лео, ну. Ой, Тессы будут сейчас. Нифига себе. Тессы, наверное, тоже жесткие будут, если включится. Но пока нам только Леди Лео так сложно поддаются. Так, Тессы. Нет, Тессы тоже без проблем. Опять 63. Ну, пока только максимум 63. Я не помню, сколько это. Третий раз уже у нас по 63. Так, Леди Лео опять. Нифига. Вот посмотрите, единственное, кого мы не можем так с первого раза ушатать, это Леди Лео. Из-за того, что у них... Ихний стан просто, блин, тупо гуляет по всей этой, по всей карте. И есть вариант, конечно же, пораставлять героев вокруг. Сделать немножко другую расту. Ладно, давайте обновим. Не будем терять на них попытки. Что-то переставлять. Попробуем так зафигачить. Ну, камни я не знаю. Я пока камней... Напишите в комментах, кто сколько отсюда хотя бы достал камней. Реально ли достать? Я уже сюда слил там больше, наверное, 1000 попыток на разных аккаунтах. И честно скажу, печаль полная. Ни одного камня я отсюда не достал. Они говорили, что они улучшили шансы, но я вот на максималке прохожу и нифига не падает. Наверное, из-за того, что у меня итема много. В алтаре. Только так. Других вариантов я не знаю. Ну, трианты это вообще самое легкое, наверное. Это как паладины. Они вроде есть. Они ресают друг друга. Но это все равно не спасает. Даже ресать не успевают. Плюс 12, ничего себе. Максимум вытащили, получается. Интересно. О, сердцеедок тоже не можем убить. Да ладно. Не поверю. Ну, нормально пошло. Просто неудачно зашли со всех сторон. Включились. Но видите, все-таки бывают и сливы даже. Да, пока что максимум мы только видели, даже 10 тысяч не видели, 12 осколков, все всех наград, это 12 осколков ары, это максимум, который можно получить. Блин, опять эти лео, ладно, будем их менять за самоцветы. Не хочу я с ними мучиться. Попробуем пройти без них. Так, 3350. Да, по сути, 21-я волна, и что я, наверное, проходил бы там на 13-й, то есть на первой тяжелой, что на этой. Я смотрю, что... Блин, смену сделали за 50, за 100 самов. Было вроде ж меньше. Или нет? Все равно 100 самов дофига. Сделали бы, блин, по 10 самов. Все-таки без донаты тут больше бегают.
Так, опять сердцеедки по всей карте бегают. Плюс 2. Вот Кенди. Интересно. Кенди у нас еще не было. Ух, они дамажат по всей карте тоже. Так, окей. Три антики легкие. Вот у нас было 10 тысяч, по-моему. Ну все, теперь нам осталось получить еще 200 самоцветов и 9. Ух, ничего себе, Рину. Нифига себе. Вот это они разошлись. Ну, зефирка, конечно, хороша. Сколько у нас там было? Где-то 230 карт. Ну и самое тоже падают. Хотя, по идее, должны быть с усилением. Давайте сделаем так. Вот мы уже заюзали, я думаю, больше 30 попыток. Ай-яй-яй, нажал на рефреш случайно. И мы пока не выбили максимальное количество самов, и самые очень плохо падают на максимальной волне, плюс я не вижу девятых эмблем, которые они там обещали, что они будут улучшены, будут лучше падать, будет выше шанс. Что-то печально все, ничего не изменилось у нас. Мне интересно, напишите в комментах, кто отсюда вытащил нормально девятых рун на прокачку. Потому что я сколько бегаю, я еще ни одной не получил. 63 самоцвета. Опять 63 самоцвета. Ну, так можно, конечно, фармить. Дофармим еще 100. 100 тысяч. До круглой суммы. Блин, Арину, конечно, жесткий. Посмотрите, почти выбивают. Фул. Так, ну мы еще здесь не встретили, по-моему, ПБшку. Единственное, кого мы еще не увидели, это ПБшка у нас. Ну и, конечно, максимальных наград самоцветов. Блин, сердцеедки, конечно, валят тоже не по-детски. Вот, плюс 12. Но камней, я так понял, нам не видать. Это печально. А реально это могла быть одна из топовых локаций. Воу, 105, ничего себе. Половинку только зафармили. 105 самоцветов, ребят. Могла быть топовая локация, в которую бы многие пытались бегать, потому что 9 эмблемы рунки для бездоната тяжело доставать. Ну, их иногда подкидывают на акциях, но в реале очень сложно их достать. Но, увы. Пока это нереально. Все, пишите комменты, ставьте лайки, пишите в комментариях. Смотрите, еще 105 самоцветов. Ну ладно, давайте еще попробуем зафармим. Что вы думаете по поводу этой локации? Актуальна она, не актуальна? Ну, награды, как видите, не соответствуют тому, что они там писали. Реально отсюда, в частности, падает фигня. Но собрать отсюда очень реально и героев, если регулярно бегать. Ну и, возможно, кому-то повезло или повезет, он вытащит отсюда девятую руну. Но это не точно. Судя по тому, как они падают, тут шанс один на тысячу, как минимум. Блин, вот самое-самое печальное, вот они. Для них надо героев ставить.
Ну, хоть тут затащили. 10 тысяч дали. Давайте еще этих укокошим. А вдруг повезет. Мы увидим. И самоцветы 210. Смотрите, тупо выкидываем почему-то. И девятую рунку. Конечно, это все мечты. Обещали они, что шансы улучшат, но... Какие тут шансы 50 карт слить и в итоге нифига толком не выбить. Единственное, что мы получили, это немножко самоцвета. Ну и осколки героя. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.